Род Фрегонея относится к семейству Фрегонеиды, отряда ручейники. Род включает 13 видов. Взрослые особи ручейников, в том числе и Фрегонея, напоминают небольших, неярко окрашенных ночных бабочек. Однако, в отличие от бабочек, их тело и особенно передние крылья покрыты волосками, а не чешуйками, как у бабочек. Крылья у них перепончатые, прикрепляются к средней и задней груди. Передняя пара длиннее задней. Жилкование представлено в основном продольными жилками, разделенными широкими промежутками. Находясь в покое, Фрегонея, как и другие ручейники, складывают крылья домиком, то есть вдоль спины, под острым углом. Окраска от темно-серой до темно-бурой. Голова имага Фрегонеи округлая, с двумя крупными фасеточными глазами по бокам и несколькими простыми глазками на верхней и передней поверхностях. Их оптические линзы направлены в стороны. Лобный глазок расположен между основаниями усиков и направлен вперед. На голове также находятся хорошо развитые волосковые бородавки, выступающие над ее поверхностью. Ротовой аппарат у имага редуцирован. При этом мандибулы верхней челюсти нефункциональны или рудиментарны. При этом взрослые насекомые имеют хорошо развитый хоботок, сформированный слиянием гипофаринкса и лабиума и используемый для всасывания жидкостей, в частности, цветочного нектара. Усики у имага Фрегонея нитевидные, длинные, по длине сравнимы с передними крыльями. Цикл развития ручейников начинается в начале лета, после выхода имага, взрослых половозрелых особей, из куколок. После спаривания, которое у Фрегонея происходит в июне, самка через несколько часов начинает откладывать яйца в воду на различные водные растения. Лишенная каких-либо плавательных приспособлений, самка спускается ползком в воду и, оставаясь там 1-2 минуты, прикрепляет откладываемые яйцевые шнуры к нижней стороне плавающих листьев, к их черешкам или к стеблям тростника и камыша. При этом самка спускается иногда до глубины 1 метра. Яйцевая масса выходит из тела самки Фрегонея в виде шнура, оба конца которого один за другим прикрепляются так, что образуют небольшое кольцо диаметром около 10 мм. Самка, закончив откладывание яиц, становится вялой и вскоре умирает. Бесцветное вещество кладки, в которое заключены зеленые яйца, от соприкосновения с водой разбухает и превращается в большое студенистое кольцо диаметром около 30-40 мм. Личинки ручейников весь свой жизненный цикл проводят в воде, живут в прудах, озерах и реках, где держатся преимущественно в зарослях водных растений. Питаются как растительной, так и животной пищей. По-видимому, это зависит от сезона и их размеров, а также от наличия того или иного корма. Так, летом и в начале осени личинки Фрегонея держатся среди зарослей, и в их пищевом режиме преобладает растительный корм. Взрослая личинка зимует на дне водоема, и в это время она питается преимущественно животной пищей. Охотнее всего они едят личинок комаров и других мелких беспозвоночных. Так же, как и большинство других ручейников, личинки Фрегонея строят трубчатые чехлики или домики. Лежа на дне водоема или находясь среди налетов,
покрывающих листья водяных растений, личинка собирает крохотные частицы детрита, в порядке располагая их вокруг своего тела и обматывая клейкой нитью пряжи. Трудно узнать в столь неряшливой постройке основу будущего спиралевидного гладкого домика Фриганеи. Личинка второй стадии продолжает постройку провизорного домика, отгрызая кусочки нитевидных листьев и располагая их так, что концы их торчат в стороны. Период постройки постоянного домика для личинки Фриганея опасен для нее. В это время она должна оставаться на одном месте, имея возможность без ущерба делу спрятаться в домик в случае опасности. Личинка поэтому строит домик на рассвете или поздние сумерки под покровом ослабленного света. Однако это может происходить и ночью. В итоге получается красивый большой домик, построенный из продолговатых четырехугольных, как короткие дощечки, кусочков растений, расположенных правильной спиралью. Выросшая за лето личинка Фриганея зимует на дне водоема. В это время она питается преимущественно животной пищей, а домик надстраивает кусочками, выгрызенными из опавших листьев деревьев или из листьев ольхи. После зимовки, примерно в марте следующего года, начинаются приготовления к окукливанию. Личинка Фриганея заползает в какой-нибудь укромный уголок среди корней трав, среди мхов или обломков веток. С обоих концов домика она устраивает пробковидные прикрытия, фильтры из редкой ткани, в которую влетают кусочки корешков и мха. Окукливается личинка в мае. Фаза куколки продолжается около 2 недель. Вылет имага Фриганея происходит в июне. Куколка, прорвав своими серповидными челюстями переднее сито и пробку, вылезает из трубки и начинает живо плавать в воде. Для вылета имага куколка выбирается из воды, цепляясь коготками за какую-нибудь ветку или стебелек. Или же, подплыв к поверхности воды, веерообразно простирает волоски своей боковой линии и висит несколько минут с выставленной над водой спинкой. На спинке куколки образуется продольная щель, через которую вылезает взрослое насекомое. Затем вылупившийся рученик быстро бежит по воде. Куколочные шкурки в дни вылета Фриганей в большом числе плавают у берега. Взрослые особи ручейников живут исключительно в наземно-воздушной среде. Несмотря на развитие крыльев, летают они мало. Большую часть времени они сидят на прибрежных растениях, сложив крылья домиком. Взрослые насекомые держатся в тени у берегов и нередко бегают по поверхности воды. Через 1-2 недели после вылета имага начинается очередной сезон размножения. Через несколько дней после спаривания имаго ручейников умирают, и цикл развития ручейника завершается.